Бам-бам-бам. Когда мы начнем есть? Всем привет, с вами Стики Channel. Сегодня мы снимаем Tin Can Challenge, что в переводе значит консервная банка челлендж. На вот этих вот банках есть номера, которые также есть вот здесь вот. Да. У нас есть напарники, мы выбираем с закрытыми глазами номер, и напарник кормит нас содержимым вот этих вот банок. Если мы угадываем, что в этой банке, то тогда мы кормим этим же самым напарника. А если не угадываем, то напарник мажет нас вот этим вот на лицо, масочки. А что мы там делаем далее? Начинаем! Поехали, бумчиком, бамбочком. Открывай. Вкусненько. Хорошо. Это детское питание. Персика, что ли? Короче, это детское питание. Персик пускай будет. Ты не угадал. Да, это тыковка. Перемашем это на лицо. А я не могу вам так в точности сказать. Сардина 2005 года. Возьми его, поли хорошенько. Вкусненько. Вкусненько. Ручечка. Ой, я боюсь. Открывай. Шире. Давай. Давай. Вкусненько. Это детское питание. Банан, малина и что-то там еще. Творог вроде. А вот. И нет. Как нет? В смысле? Блин, это ё-мать! Это ребертовая маска. Hello, darkness, my old friend. Блин, просто понимаешь, детская, давай помоем ложку. А тут еще вкус детского питания остался, и посмотри, что он. У тебя два в одно. Это было вкусно. А если у меня тушь на глаза? Что ты мне суешь? Капец. Я думаю, вы сейчас нарушаете, потому что мне... Капец. Сейчас мы не открыть ее. Ое. Так, ладно. Давайте маленький. Тихо. Нет, давай. Нет, это нормально, кстати. Шире, гораздо шире. Или что-то красное, вот это вот, я не помню, как это, я же не знаю, что вы купили. Ну, в такой банке стояла, как от, как огурцы, только красное. Как огурцы, только красное. У нее язык не вкус чувствует, а цвет пищи. Помню, как вот, ну, стояла банка, там красное, что лежало, это свекла или что там? Да. Блин, это на меня кормит! Не понимаю, что это вкусно. Когда ты не видишь, что ты ешь,
Вроде нормально. Что мы брокколи? Ты меня кормишь вот этой штукой сейчас. Что угадала? Сколько захочу? Нет! Одну ложку только, пожалуйста. Я эту штуку вообще терпеть не могу. Пошли! Здравствуйте, я меньше, например, выгребала. Нет, ничего, вот так мне хватит. Там еще йогурт на дне. Надо нет. Здесь хлебушек. Вот шарлотку, дай мне, я закушу. Вкусненько тебе. А всю ложечку облизывай. Вкусняшка. Сейчас вы собачью еду будете мыть? Вот инфосотка. Так не ржите, если что. Ты что в ржоте? Так, все, открывай рот. Только очень широко. Не надо мне вот этого. Ты по-другому никак. Давай. Шире. Кушай. Обливать-то некуда. Кушай, хорошая моя, кушай. Очень даже ничего, по крайней мере, на запах. Ну, как будто кишки съела. Как тебе? Я знаю, что это. Ну, что это? Кальмары. Ой, стоп, это я ем. О, боже. Какой вид ужасный. Дир пытался отвлечь. Я как родилась, кстати. А мне тоже. Ты понимаешь, это было пятый? Запах. Ребят! Пожалуйста, можно это буду не я? Это какое-то дерьмо собачье. Это неплохо. Корми Юру этим. Как животные. Там перловка, какое-то мясо. Тут же кишки говяжьи купили. Как вкусно. Тебе ничего не видно, ничего. Ну ладно. Если он угадает, я просто сдохну. В смысле, это не грибы? Нет, конечно. От рот. Обойдешься. Да ладно, нормалек же. А грибы? Я сама, короче, возьму. А там, короче, какая-то штука, знаете, я думаю, какая-то... Как будто слизняки, ребята! Да-да-да! А тазик-то никто не принёс. Тазик, дайте кружку. Есть тарелка? Знаете, салфеточек, ребёнок. Блин. Маша, тут маман. Я думаю, я самое жёсткое выбрала. А получается, это же... Ответь, пожалуйста. Вот. Так. Алия. Ей так повезло, то, что она не ела грибы. Ой-ой-ой. Там, в принципе, ничего такого ужасного не осталось. Намба. Надеюсь. Ваша, ротик, открой, пожалуйста. За маму. Я легко рассекнула. Да. Это вкусняшка. Что это? Это что-то в томатном соусе. Килька, что ли? Нет. Селёдка. Нет. В смысле нет? Это не хилька. Сейчас будет мега-масочка. Это паштет рыбный с ароматом дыма. О, мне даже слезки потекли. Ну, Маша. Против точек у нас. Завтра Маша проспасть. Там все идеально, Маша такой же. Чтобы, пожалуйста, это были огурчики. А, что это я? О, я такую штуку. Наверное, сардины? Да. Потому что килька, она же типа... Да. Сардины. Я уже съела, если что. Я все. Кстати, не так противно, но я рыбу все равно люблю. Тикс. Что там жестко у нас? Все, нормас. Короче, открывай рот. Ой, так, корни. Да все нормально. Какая гадость. Это килька в томате. Правильно. Ну попробуй сюда зачерпнуть. Слушай. О,
ужасно. Оно уже специально так сделано, чтобы дешевое давали. Да. Такое ощущение, что эта фигня заплыла мне в нос. Это детское питание. Персик и банан. Яблочно-клубничная маска. Алло! Маленькая. Или земляничная. Я тоже самое угадал. Как. Откуда я могла угадать? Я тоже не знала. Раз у нас осталось две бумажки и две банки, мы... Батл. Мы сделаем батл. Пошумим. Я тут причем, а я тут не причем. Нормально, я так... Раз, два, ищите. Ладно. А я две. Да. Маш. Так, у Маши. У Юры, соответственно. Приятного аппетита. Я знаю, что это. Ну что это? Это фасоль. Вау. Огурчик. Неправильно. Он был не просто огурчик. Это был огурец с паштетом. Так я понял, что паштетом. С вами был Стифи Channel. Спасибо, что посмотрели это видео. И если оно вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Да. Да, и подписывайтесь на наш канал. Обязательно. Очень весело. Ну что, еще все, конец? Пока! Так офигенно. А я не хочу. Мне пирожку. Я казачок. Это говно. Блин, что туда пальцы свои обмакивал.